Терпится, если любится, сердце не соврет. Звуки музыки и бурные овации прошло открытие главной елки Московского района накануне в городе над Бугом. Яркий праздник с участием любимых москвичами артистов прошел на самой высокой ноте. И это не случайно, ведь для каждого из нас лучшие праздники проходят в своем узком домашнем кругу. Того же мнения придерживаются и жители Московского района, которые пришли на торжество задолго до начала и с нетерпением ждали, когда же настанет час произнести заветные слова «Раз, два, три, елочка, гори». Весь 2014 год берестейские москвичи трудились, не покладая рук, а потому заслужили, чтобы праздник отгремел на славу. Ведь сделано было действительно немало. Заложен замечательный детский садик в Южном городке, начато его строительство. Также мы заложили в этом году строительство двух храмов, которые расположены в Южном городке и на улице Газдетского. Благодаря жителям Московского района и проведенной акции нами реализован замечательнейший проект, это изюминка Московского района, это позолочение куполов Свято-Воскресенского храма. Ни холодный дождь, ни порывистый ветер не смогли помешать жителям Московского района прийти на новогодний праздник, чтобы вместе, как большая и дружная семья, зажечь огни на красавице елки. И хотя на календаре декабрь, за окном скорее ноябрь, а в душе у москвичей, как 1 января, по-настоящему тепло и радостно, ведь скоро одинаково любимый и детьми, и взрослыми Новый год. Настроение чувствуется и ждем чудес, которые прибудут к нам в новом году. Хорошо отпраздновать Новый год и счастья, здоровья, несмотря на такую погоду. Новый год – это праздник детства. Поэтому, несмотря на то, что сегодня погода у нас весенняя, осенняя, можно сказать, все-таки все мы в предвкушении Нового года, в ожидании чудес. Поэтому сегодня также мы пришли на нашу районную, открытие нашей районной новогодней елки и с хорошим настроением. Необычное представление со сказочными героями, музыкальными, театральными и пародийными номерами пришлось по душе не только детям, но и взрослым. На сцене развернулась в буквальном смысле борьба за право считаться главным на новогоднем празднике. Однако, как всегда, добро восторжествовало над злом. И на новогодней площадке появился всеми любимый сказочник Дед Мороз, который разукрасил главную московскую красавицу в яркий праздничный наряд под залпы фейерверка. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буг-ТВ».